Гребцы на корабль! Рад, что ты с нами, капитан! Впереди может быть опасно, капитан! Ciò tira antinana, meno. Ah!
Ah!
Thank you.
готов, капитан! Здесь опасно, капитан! А где какие-то обломки? Дрезди может пережить самые страшные. Там в воде что-то есть. Можем поднять на борт. Курс в открытое море. Сойдем здесь на берег.
Место рождения Аполлона. Надо же. No! Hela! Ugh.
Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Yeah.
Нужно действовать осторожно. Thank you.
Пусть войска спартанцев стоят у наших стен, но мы должны объединиться ради славы Афин. Слава тебе! Друзья! Друзья, прошу! Да, спартанцы рядом, прямо у наших стен. Но зачем же уподобляться им? Сочный плод. Как жаль, что спартанцы сожгли поля, где он рос. Парфенон великолепен, Перикл. Но какова цена? Сколько трирем мы бы могли построить? Сейчас нельзя разобщаться. Мы и так разобщены. Спартанцы побеждают. Кто-то должен действовать, Перикл. О, боги, ты здесь. Все хуже, чем я думал. Клеон собрал толпу. Надо спешить. Куда? К Периклу. Назад. Он не угроза для Перикла, уверяю. А, Геродот? Все хорошо. Пропустите. Рад вновь тебя видеть, Перикл. И я тебя. Жаль только, что при таких обстоятельствах. А это кто? Алексиос. Здравствуй, Алексиос. Как тебе то, что творится в Афинах? Нечего сказать? Вот бы всем остальным понимать, что молчание – ответ не хуже прочего. Но толпа бросается на первый же простой ответ, как голодный пес на кость. Перикл, мы тут, чтобы... Нужно выбрать момент с осторожностью и поговорить наедине.
Ладно. Мы пришли сюда по важному делу. Как и все прочие. Я сказал Алексиусу, что ты пригласишь его на симпозиум. Ты просишь меня исключить всех афинин и вместо этого позвать чужеземца? Ты слышал, Тони? К чему давать им лишний повод? Если он станет работать на тебя, возможно, его сочтут слугой. Никакой я не слуга. Алексиус, это Афины. Если хочешь чего-то, будь готов притворяться. И зачем же тебе на симпозии? У всех свои мотивы, даже у тебя. А ты неплохо разбираешься в людях. Скажи мне, что делать. Сначала найди моего соратника, Метеоха. Он не пришел навстречу. Это совсем на него не похоже. Ясно. Моего друга Фидия нужно как можно скорее увезти из Афин. Что-нибудь еще? Да. В городе пройдет остракизм. Ты можешь повлиять на результат. Метеох, ты сказал, он твой соратник. Политический союзник и мой преданный друг. Фидий, известный скульптор. Что такого он сделал? Его собираются судить по множеству обвинений. Он в своей мастерской, под стражей. Остракизм? Тебе скорее знакомо слово «изгнание». Жители Афин решают, кто должен покинуть полис. Либо софист Анаксагор, либо другой человек. Причина – нечестивость. Мой друг возле Агоры все тебе расскажет. Хорошо. Не привлекай к себе внимания. Отлично. Пусть это и не само приглашение, но у нас появился шанс. Хотя он наверняка пойдет к Аспасии. Лишь бы был результат. Спасите, прошу, спасите! Боги, но почему именно змеи? Помоги! Уйдешь, змеи убьют меня! Спаси меня, прошу! Уобильте метафа! Пока не поздно.
Сами боги послали тебя. Если бы не ты, меня бы съели заживо. Змеи не едят людей. Но наверняка убивают. Так что спасибо. Я не спасаю жизни бесплатно. Конечно. Я от Перикла. Он волновался за тебя. Часто ты оказываешься в таких ситуациях. Что за странные шутки? Злодеи вломились ко мне, притащили сюда, связали и выпустили этих тварей. Останови их. Кого, змей? Злодеев! Зачем это сделали? В эти смутные времена политики — легкая цель. Они сказали, что я змея. Мол, пусть мои сородичи убьют меня. Ты узнал тех, кто это сделал? Перикл попросил меня сходить в рыбацкий район, поговорить с бедняками, обнадежить их. Так я и узнал их голоса. Да? В меня бросали объедки, оскорбляли. Злодеи скрыли лица, но их голоса и запах рыбы я не спутаю ни с чем. Где мне искать? Я не видел их лиц, но узнал голоса. Я слышал их в одном из районов Афин. Они часто бывают на диспутах Клеона, а живут в затопленной части города. Я отыщу их, Метеох, не бойся. Люди на грани. Если так будет продолжаться, мы поубиваем друг друга без всяких спартанцев. Сомневаюсь, что Перикл гордится этой частью Афин. Где-то здесь должна быть подсказка. Змеи. Такие же чуть не убили Метеоха. Похоже, задумали это покушение не те, кто напал на Метеоха. Змеиные укусы, и кто-то спрятал тело. Хотя, мне кажется, смерть была случайной. Должно быть, нападавшие живут тут. Но, судя по письму, они лишь выполняют чужую волю. Чью? Ты чего рыскаешь вокруг моего дома? Вы напали на Метеоха. Я нашел змей, письмо от вашего друга и труп. И все это здесь. Да, Актис. Мы знали, на что идем. Не прольется кровь, не настанут перемены. Почему именно змей? Из-за Перикла и его дружков. Мы пленники в своем же городе. Продавец змей сказал, что пришло время заставить их страдать. Нельзя самим вершить правосудие. Теперь мне надо понять, что с тобой делать.
Клеон говорит, пора забрать город у элиты. Пора биться. Что бы ты с нами ни сделал, нам на смену придут другие. Я знаю, кто-то дал вам этих змей, вас просто использовали. Кто это был? Настоящий герой Афин. И шавкам Перикла его не остановить. Ты орудие в чужих руках. Скажи мне, где продавец змей? Ладно, ладно. У него лагерь возле города. Там он продает змей. Еще не поздно все изменить, но нужно действовать вместе. Может, ты и прав, раз уж мы живы. Но с чего начать? С себя. Этот район ваш дом. Не думайте о политиках. Займитесь тем, что можно изменить. Спасибо. Попробуем. Я избавлю Афина от продавца змей. Thank you.